Я веган, потому что человек. Не потому что адвентист, буддист, есей или христианин. Не потому что я решил поднять идейное восстание. Не потому, что жаден я до более полезной пищи, но потому, что человек. Не зверь, не падальщик, не хищник. Не потому, что во мне пыл тщеславия быть чище друга, но потому, что я шагнул из кровью меченого круга, где мне предписано болеть, черстветь, мутнеть и лицемерить, свиной бифштекс съедать в обед и в добрый мир безгрешный верить, где строит бойню и загон, садок и сеть и инкубатор, где на луну берет герой пюре из мышц меньшого брата. Летит в упрек, так все живут, но я отвечу вам как есть. Я выбираю, как мне жить, чем дорожить и что мне есть. Мой выбор не на злобу дня, не превосходство в новой форме, а потому, что человек, духовно зрячий, это норма.